В Республиканской филармонии прошел концерт, организованный для воспитанников детского реабилитационного центра «Феникс». Известные артисты Карачаева-Черкесии подарили частичку тепла, исполнив свои музыкальные композиции. На мероприятии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшуков. Это первое праздничное мероприятие для наших маленьких воспитанников. И нам приятно, что дети получают удовольствие и также участвуют в данном концерте. За время существования детского реабилитационного центра «Феникс» мы стараемся оказывать помощь детям с такими диагнозами, как аутизм, задержка речи и психомоторного развития, отмечает руководитель данного центра, клинический психолог Марина Ижаева. Дети непременно социализируются вот в этом обществе. Другие дети, которые сегодня будут присутствовать, то есть нормотипичные дети, увидят, что есть такие дети, будут стремиться к тому, чтобы тоже выйти на сцену. Есть дети, которые просто стесняются читать стихотворения, да, в школе. И для таких детей тоже это небольшой толчок. Известные артисты Карачаева-Черкесии радовали деток, исполняя свои музыкальные композиции. Также сами воспитанники детского реабилитационного центра «Феникс» прочитали стихи, посвященные Дню защиты детей. Это настоящий праздник для наших деток, где они могут проявить себя, и благодаря работе детского реабилитационного центра они чувствуют себя лучше, отмечают родители. Мы очень вовремя обратились, я рада, что вообще узнала за этот центр вовремя, что ребенку помогут, и для меня это очень важно. И сегодняшнее мероприятие тоже, очень мне приятно, что Марина Назировна столько делает для детишек. Ну, это очень важно для мамочки такого особенного ребеночка. Это первое подобное мероприятие для наших воспитанников. И мы надеемся, что и дальше будем активно приобщать их к общественной жизни, уверяют организаторы концерта. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.